have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в экзамене сегодня. Будем стараться как-то продолжать выживать, продолжать продвигаться. И это даже не сюжетная игра, мы пытаемся выживать на арене. Зацените. Так, ладно, пойдем мы сразу в кулачный бой, потому что у нас, как обычно, все калеки, блин. Я сейчас, наверное, немножечко золота подкоплю. И... возможно, найму себе еще одного человека. Посмотрим, как это все будет происходить. Бабулька, блин, ты что тут забыла-то? Когда ты меня успела поцарапать? Что, ногтем по носу, что ли? Че это за урон такой? На. Я думал, ты уже отрубилась. Уже расслабился, уже руки с клавиатуры убрал. На, отъедь. Блин, освещение, кстати, такое. Ну-ка, опа, опа. Я хочу протестировать кое-что. Нет, это не новая физика, это еще не тот новый движок, про который говорили. То есть, да, я знаю, вышло обново. Вот, все дела. Я обнову еще не накатывал. Автоматически она не лезет из Стима. Я предложил себе самому пока что подождать с обновой, потому что ну, у нас еще не прохождение, у нас просто арена. Поэтому, ну, вроде как можно и потестить здесь, как оно все работает, и будет лучше изучить физику здесь, пока мы на арене. А с другой стороны, я даже пока еще не знаю... Ай-яй-яй-яй-яй! Успокойся. Идем на свет, идем, идем, иди сюда. Иди на свет, сын мой. Так, какой удар я мог бы нанести. А получается, я его пропустил. Так хорош. Ай! Ай, он мне в нос сбоку заехал. Я на самом деле просто хотел отойти. А, ладно, мой косяк, какая разница. Поехали, поехали, поехали. Что у нас там? У нас новичок, между прочим, восстановился. И мы можем... Новичок, новичок, тварь. Ну, видите, мне не хватает человека. Мне нужен еще один наемник. Я очень хочу сходить на тварь. Ну, зачистка на кандидате. Пойдем. Не, что там есть оружие вроде как? Да, есть. На. Ай! А, до свидания. Это у нее был этот металлический пруд, который тяжелый, потому... Ну, она по мне ударила, но не так, чтобы уж сильно. А что, оно такое же, да? Нет, тогда я одену белое, спасибо. На, забирай. Поехали, следующий. А, ай-яй! Какой хэд мог получиться? Ай! На, до свидания. Вот, два хороших хэда прилетело. Что я хочу? Отбирать я тебя буду. У тебя нечего, в принципе, взять, наверное. Хотя... Это что, это сверху? Туника... Да, это сверху, вот, отлично. На сапожки. Это один половинка. Половинка один, да, в принципе, они такие же.
Ай-яй-яй-яй-яй! Ах ты, твари, кусок! На, до свидания. Умудрилось мне прописать неплохо так серпом этим, но вроде как живем. Дальше. Че вы всем это оружие даете? Дайте молот, булаву какую-нибудь. На. Ну, тут просто надо было заспамить, потому что мне тоже могло прилететь, как в прошлом бою. Было бы неприятно. Топорик. Ну, вроде как то, что я просил. А! Блин, я видел, как это летит. Вот, вот это сверху... Могло сейчас больно быть, да? Отпусти меня! Ты издеваешься нафиг? Меня залагало в этой штуке. Нет! Нельзя вот так сейчас сливаться. Вы чё? Фух. Напряжно, офигеть как. Меня серьезно залагало. То есть руки запутались, и я не мог отойти. А эта штука берет и бьет меня сбоку топориком, потому что у нее ближний радиус. Офигеть. Просто офигеть. Но я его теперь лечить буду 33 года. Ладно, идем на знатоке, посмотрим, что можно сделать. Есть дуэль на знатоке, пойдемте. Мечник. Успокойся! Ай-яй-яй-яй! Нет! Блин, он меня тыкнул. Блин, я уверен, что у него жизни совсем чуть-чуть оставалось. Ну что, я ему хорошенько так нападал. Ладно, тебя надо прокачать, знаток. Так, 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 33 уровень, надо посмотреть сейчас. Кстати, знаток у нас довольно быстро продвигается. Та-ра-та, знаток. Навычок. Ну, щиты я не буду тебе. Магии тут нету, щиты я не буду тебе качать. Тут у нас получается все прокачано. Давайте вот так. Хорошо. Но он, кстати, в нормальном состоянии, мы можем. Мы можем или не можем? Сейчас посмотрим. Ну иди сюда. Я не буду... На. А! Он тыкал в меня. Офигеть! Это что за урон такой? Это что за урон такой был сейчас? Что происходит? Погодите. Второй бой уже. Ох ты ж. Фига себе, он взял, тыкнул. Половина красного и почти весь желтый. Просто ушли нафиг. Офигеть. Идемте в кулачный.
О-хо-хо, хорошо прилетело. Ай, хорош. Бока наминать. Да... да хорош, блин. Чувак, ты сдохнуть не хочешь? Давай, до свидания. Ну он столько пропустил, стоит, лупит меня и лупит. Ну это как вообще? Ладно, ребят, у меня есть такое супер предложение к вам. Нам нужно нанять еще одного чувака. Смотрите, у нас есть один знаток. Вербовка. Нам нужен еще один чувак. Нам нужно... Че, шкафа будем из тебя делать или нет? Будем. Пам-пам-пам-пам-пам. С вот такой вот супер прической. И вот таким вот супер цветом кожи. Назовите. Да, точно. Ты у нас будешь... кто ты у нас будешь? Ты у нас будешь 77-й? Да, будешь 77-й. Дальше. Дадим мы тебе, конечно же, посох. Дадим мы тебе какие-нибудь сейчас шмоточки по-быренькому. Все равно переоденем. У нас там есть во что переодеться вроде как. Прокачаем мы тебе... Немедленное продолжение удара с изменением его направления. Да, вот это вот, наверное, сейчас. Отказ от атаки, быстрое продолжение. Вот это вот, чтобы у тебя было... Да, нанимаем. И управление 77 у нас аж в конце получается. Пока мы ему ничего не будем давать, пусть... Просто чтобы у нас было на трех уровнях, где сражаться. Потому что каждый раз ходить в кулачки просто тупо скучно, на мой взгляд. Чтобы у нас было, что на неумехах делать, чтобы у нас было, что на новичках делать, и чтобы у нас было, что на знатоках делать. Неумеха. Поехали, чувак. Вот сюда. На зачистку сразу мы с тобой пойдем. Вперед. Принеси мне денег и славы. Ты повернуться к нему не хочешь? Вот. Давай, давай. Избивай его. Это зачистка, между прочим. Так что нам нужно бы не так, наверное, долго на каждом трупе задерживаться, если будет возможность. Так, сапожки у тебя заберу, конечно. Ну, штаны тут такие же беспонтовые, тут все нормально. Можно и дальше. Хэтчет! Кухонный ножик. На. На. Ах ты ж, блин! На тебе за это, в щи! Как я теперь буду в общественных местах купаться с таким шрамом на спине? Ты чё, офигела, что ли? Так, за это я у тебя заберу твою жилетку. Чтоб ты не сильно борзела. Вот эти ударики, блин, топорами, молотками сверху, они просто страшные. Теперь еще и этот... Да хорош! Тычущий ударчик копьем еще страш... Да хорош, блин! Прикинь, это может быть самая короткая карьера в истории. На! На! Если его сейчас убьют топором, это будет самая короткая карьера в истории. До свидания. Блин, топорики страшные люди вообще. А пояс у меня уже есть? А, вот теперь есть. Хорошо. Фух. Половинка. Это, кстати, штука получше будет. А, она еще и поверх одевается. Я теперь как трехслойный пирог мясной. Блин, хпшки мало. И стрёмно. Вот меня сейчас это спасло, что я как капуста одет в три слоя.
До свидания, просто заспамил. У меня другого выхода не было. Что-то, это еще пять, это был только четвертый бой. Зараза, я думал, я выиграл. Най. Ай-яй-яй-яй. Ёлки. Моталки. Я думал, что я уже выиграл. Чёрт. Ладно. Ладно. Ну, копим деньги. Я думаю, не знаю, сколько нам нужно будет. Это 8-9. Я не знаю, сколько хороший наемник сейчас будет стоить. А чё у нас это... Честь на новичке. Дуэль на новичке. Пойдемте, у нас нет кулачного боя нигде. Прикиньте. Отправим сейчас нашу мадемуазель. О! Все? За два удара? У нее нету шмоток, что ли? У нее все шмотки только на... Угу, спасибо. А, сборище инвалидов. Блин, причем, ну даже кулаками можно было затащить. А, ладно. Не ты, ты. Знаю, говорили уже, не отправляй одного наемника, они не... Да хоро! Что это было-то сейчас? Чувак под дых влепил просто. Это мы обменялись. Да, понятно. И все. Говорили, да, спасибо в комментах, я читал, не отправляй наемника одного. Но как-то вон тот чувак с вилами справлялся, пока его не убили. А вот эта вот, она вообще бесполезная какая-то. Она мне очень не нравится, вот эта наемница наша. Она как-то не затаскивает, даже в тех ситуациях, где можно было бы, по идее, затащить, она не затаскивает. Нет, у него слишком мало жизни осталось. У него на последний удар оставался. Вот сейчас проиграть бы после такого, ага. Фух. Итак. У нас кто-то... У нас 55-й восстановился, между прочим. Почти. Почти полностью. Да, ну ладно, такое. Мне вот что интересно. Раз новичок у нас получил уровень, второй уровень поднимет его на эксперта? Это было бы интересно, если что. Ой, не новичок, а знаток. Знаток у нас получил уровень, да, да, точно. Так, новичок, дуэль, зачистка. Идемте еще раз на зачистку. Не знаешь, говорю, как по мне, это самый интересный геймплей, именно зачистки. Ты чё? Ты офигевшая тварина, это первый бой, фига ты мне полжизни-то снимаешь. Рубящий удар в голову, бах, и все. Кинжалом. Так, один режущий, один колющий. А, блин, то же самое, только эти повыше. Забери свои сапоги, тварина. Ну в первом же бою так отхавать. Хватит меня избивать-то. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вот этот удар просто был офигительный. Вы видели? С размаху лезвием в лицо. И прямо аж по инерции аж повалил. Я не знаю, там от лица мясо просто осталось. Офигезно вышло. Да какой щит? Ты о чем?
На тебе, на. На. Три удара. Так, а у тебя есть что стырить, мне кажется. Ты кто у нас, пальто? Оно вместо куртки будет. Куртка-то от релищего получше, все дела. Но я примерю сейчас. Оно под куртку, тогда хорошо, забираем. А вот этот жилет, вот жилет будет вместо куртки, да? Да, да, поэтому куртка, конечно, лучше. Пальто у нас под это пошло. Штанцы, да такие себе. Поехали дальше. Вилы! Ах ты ж! Он тычет! Я видел уже этот тычащий удар. Фух, это опасно было, это чертовски опасно сейчас было. Он мне снял дофига красного, это обидно. Вот вовремя не отошел. Вовремя не отошел! Нет! Тара-та-та! Ух, на грани! Последний бой, но у меня жизни вообще нету. А это был последний бой? Фух. Я думал, еще один бой надо выдержать с этими хпшками. Вот сейчас красиво вышло. Я говорю, именно вот за счет этого мне вот эта часть игры, именно зачистки, нравится больше всего. Во-первых, напряг такой не детский, а во-вторых, ну интересно же. Ну и, наверное, экспы дают больше. Денег за это точно дают больше, то, это да. А, ну, в общем, не знаю. Как по мне, самая интересная часть. Самое нудное, это, по-моему, кулачные бои. Кроме того, что они у меня не очень хорошо получаются, потому что они невнятные. Вот. Как по мне, самая неинтересная часть. Ну, лично мне немножко скучновато именно кулачные бои. Я бы предпочел бы заплатить какую-то фиксированную сумму за лечение персонажей, чем вот так вот поступать. То есть... Я же все равно сливаю деньги, пока дерусь в кулачке. То есть, но мне при этом нужно еще и что-то самому делать, еще и тот все это. Ну, не знаю, не знаю. Я буду рад, если после апдейта завезут... О, двое на неумехах нет, спасибо. Новичок неумеха, поехали. О, прилетело в табло. Он когда в клинче, он не бьет. Нужно... Ну, то есть он бьет, конечно. Ай, да хорош! Нужно постоянно рассчитывать инерцию удара. То есть отходить, подходить. Мне такая тема не очень нравится, потому что тут в самой руке нет удара. Удар есть только в инерции. И все зависит только от правильного маневрирования, а не от того, насколько хорошо ты бьешь. Такое дело, не знаю. Поехали на знатока посмотрим. Знаток вызов. На знатока всего лишь два боя. Пойдемте на вызов посмотрим. Сейчас какой-то танчара против... Блин. Идите вы нафиг. Как вы такое против меня ставите? Нет! Да отойди ты, блин, он меня застанил. Еще и тычет в меня. Ай-яй-яй! Я это выиграл, серьезно! Смотрите, сколько у него брони навешано. Я не знаю, как я это выиграл, но я рад. Блин, это просто было сейчас, я не знаю, что. 77 у нас неумех. Пойдемте неумеху еще помучаем. Давно мы в драку, кстати, не лезли, да? Идемте сходим. Схватка. Не, идемте в драку сходим. Посмотрим. Потому что после драки кулаками-то не машут.
Вот эта штука еще интересная, но она не интересна не только своим участием. Участвовать тут не очень интересно. А интересно посмотреть просто, как толпа людей друг друга крошит. Такие сельские дурачки друг с другом разбираются нормально. До свидания. Хорошо разменялись. Блин, он себе уже уровень заработал. Это на маленьких уровнях они... О! Неумеха, новичок у нас. 55 и 77 уровень взяли себе. Хорошо, берем. Надо прокачать. 55, 77. Угу. Далее. Ты у нас знаток. Дальше. Дальше. Знаток, блин. Ты у нас новичок. Так, ты. Что мы хотим? Мы хотим третью броню с тебя. Да. А с тебя... С тебя хотя бы, наверное, первую броню. Все, поехали. Покорять космос дальше. Что у нас еще на неумехах есть? Зачистка на неумехах. Идемте. Каждый раз, когда у меня будет возможность хорошенько сходить на зачистку, я буду... Отойди! Ага! По голове себе настучи! Свидание. Я могу у тебя что-то позаимствовать? Ну, я могу хорошие ботинки у тебя позаимствовать. Какую-то штуку сверху. Уже хорошо. Нож у тебя? Опа! 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 Та-та-та-та-та! Мне не нравится мое положение здесь. Валим! Иди сюда. Давай тут драться. Зажал меня в каком-то темном углу. Да! Отъедь уже наконец-то. Фу. Такая музыка. Не самая частая здесь. Прикольная. О, второй молот. До свидания. О! Ай! Это прилетело, знаете, вот этот удар доказывает то, что Земля круглая. Прилетело со спины. На тебе, в глаз! Блин, жалко, много красного урона закинул. А, рубаха. Пальто. А пальто поверх, пониз? Нет, оно да это же. Не, спасибо. Не хочу. Дальше. Дарота, отойди! 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 Да ну почему же? При прочих равных, блин, у него удар получается быстрее. Ладно, живем. Ну ладно, молоток под конец это не самое страшное. Это, конечно, опасное оружие. Нельзя его недооценивать. Он может убить вполне, но по крайней мере, как мне кажется, он не столько опасен,
как какой-нибудь там нож, топорик или копье. Чувак сейчас может пропускать. Потом вот так вот ваншотнуть меня и все. Это был последний бой. Черт, не прет меня на этом чуваке. То, чего я опасался. Молотком можно хорошенько так приложить с одного, с двух ударов. Черт. Ладно. Ну, это был скорее мой косяк. Надо было играть немножечко повнимательней. Я не знаю, что, но вот эта вот последняя схватка, она такая была... Знаток. Схватка. На знатоке. Кулачный бой на знатоке. А у нас ничего нет на знатока, да? У нас ничего нет. У нас есть кандидат. А у меня есть пушки под кандидата. Вроде были. Нет. Нет! Да нет же ж! Ну, у него оставалась вообще сопля жизни, ну вы чё? Блин. Я мог сейчас спокойно его завалить. Идем еще раз на новичка. Дуэль. Ну, пойдемте в дуэль, чё. Почему бы нет? Ого! С кинжалами, дубиной. Отойди от меня, маньяк! Маньяк с ножом? Я не могу его ударить, вы чё? Эта тварь блочится двумя пушками, вы чё? У меня длинное оружие, я не могу его ударить. Вот это сейчас круто было, конечно. Да ладно! Хорош меня дубиной-то избивать. Офигеть. Он меня чисто дубиной-то и... Кстати, чуть не убил, посмотрите на жизни. Левой рукой дубиной. Блин, а как? Я в него даже не попал ни разу. Это вообще что было-то? Знаток, вызов. Пойдем. Да. Я не знаю, эти удары что-то наносят или нет. Когда я просто по броньке-то попадаю плашмя. Отойди! Да отойди ты! На, до свидания. Офигеть. Я тут сейчас такой запаниковал, просто не знаю, на режиме ярости выехал. Вообще не собирался выигрывать. Просто такой же, да сдохни, сдохни. Получилось. Какой бред. Так. Что я могу сделать сейчас со всем этим? Есть драка в знатоке. Идемте в драку, может быть. Посмотрим. Он, конечно, уже подкоцанный, но если на меня сейчас никто не загрится, то чуваки вон сейчас немножечко это подопределяться тому, что...
Вот того со щитом убейте, пожалуйста. О, хорошо. Не, он, я думал, он склез, он просто перецепился. Чувака со щитом убейте, пожалуйста. Меч. Я, наверное, хочу тут меч. Я даже не знаю. Блин, чувак со щитом не склеился. Главное не прозевать момент, когда надо будет... Момент! Момент! Я не ту броньку одел! Да хорош меня давить! Прикиньте, всей тушей навалилось на меня. На. Вот этот удар клевцом был страшный. И второй тоже. Ай, блин, она меня убила, между... Ну, вырубила. Черт, я слишком долго в менюшке выбора провтыкал. Обидно. Мог сейчас просто денег в легкую срубить. Ну, не срослось. Идем драться. Кулачный на мастере. Вы издеваетесь? У меня неумеха более-менее живой. Пойдем. Вызов на неумеху. Ну, там нет нормального кулачного боя. Как я исходу глаз-то вытащил. На тебе по горбу. До свидания. Вот и весь вызов. Приехали. Хорошо, оно того стоило. В вызовах единственная вещь, которая мне не нравится, это оплата. Потому что на вызов уходит половина. Ты не так уж и много денег поднимаешь. Давай зачистку еще раз сходим. Ну, попробуем. Блин, жизни не так много, ну ладно. До свидания. Следующий, пожалуйста. О-хо-хо! Молоточки, молотки. Он в меня тычет. Тычет кувалдой. Тварь ты такая. Тыкать в живого человека кувалдой. Вот я, кстати, сейчас мог нарваться очень сильно. Нет! Надо свидание, говорю. Все. Едет сюда, Вася. Ладно, дальше. Это мужик? Ай-яй-яй! Я видел, как это было больно! Хватит ударами сверху вниз-то. Убить может сейчас. Угу. Надо было осторожнее действовать. Мой косяк, согласен. Могу с тобой сходить на кулачный бой. Да, значит, пойдемте, пока немножечко полечимся. Было несколько этапов. Первый этап, когда я вообще не понимал, как драться в кулачном бою. Второй этап, когда я даже стал выигрывать. Сейчас третий этап, когда я опять не понимаю, почему я не выигрываю. Я просто в кулачном валят все, кому не попадет, я не знаю, что случилось. То есть, в какой-то момент у меня пришло понимание, о, надо драться вот так. Я вроде как стал выигрывать, а последние, сколько, 2-3 серии, я в принципе не понимаю, что происходит. То есть, когда там в прошлой серии меня начали просто избивать, ну, когда дают стан и просто добивают до конца, и все, и ты просто ничего не можешь делать. То есть, ты, по сути, пропускаешь один удар, и после этого ты уже проигрываешь весь бой.
Ну, вот похожая ситуация сейчас. Так все, я все еще оклемался. То есть я каким-то рандомом еще выигрываю один бой из трех, там, например, или что-то такое. Но большинство боев у меня уходят. Вот это вот, я не знаю, как я сейчас выиграл. Ладно, окей. Мне казалось, по моему внутреннему ощущению, что чувак выигрывает. Ну, знаете, такой по очкам. Ладно. Знаток. На, за... ага, на знатока мне нет ничего. Есть дуэль на новичках. Пойдем. Пойдем. У чувака шестопер. Та... И он сразу начал меня избивать этой штукой. На тебе. На. Вот это я сейчас открылся. Не очень хорошо. Ай-яй-яй. Я по нему, по-моему, тоже попал. О! Но ему прилетает. Ну, блин, сдохни. Во! По-моему, я ему просто мизинец отрубил, и он умер от болевого шока. Ну, то есть я по-другому это не могу объяснить. Ладно, у него хпшек было меньше явно, чем у меня, потому что я по нему попал несколько раз, видно было, как кровяка летает. На знатока что-то есть? Дуэль на знатоке. Давайте. Bring it on. Моргенштерн, блин. Такая пушка, что без шлема против нее лучше не выходить. А меня оставили, блин, без шлема. Отойди! Да. До свидания. Фух. Блин, то есть сам бой в меня впустил, а мои шмотки не впустил из-за ранга. Ладно. Зачистка на знатоке. Ну, вы знаете, что я сделаю. Я пойду и сольюсь на зачистке. Ох, вот это было сейчас, по-моему, неплохо. Ай-яй-яй-яй! Ёлки! Шлем спас. Шлем спас, иначе был бы страшный красный урон просто после этого. Ладно, одеваемся, чувак. Спасибо, что принес мне бронь. Все дела. А я не уверен. Два с половиной, полтора. Три, полтора. А, лучше немножко. Да, хорошо, пусть будет. Наколенники, на эти, на ножники, наручники. Все подряд. Одеваем. Гамбез. Лучше, чем наш или нет? У нас пальто один половинка. Гамбез один половинка. То же самое все. Штанцы. Да не, у меня штанцы нормальные. Итак, по керасе. Кераса 4, 2, 3. Да, ладно. Мое получше будет. Спасибо, чувак. Давай. Бывай. Вот от этого удара ему что-то прошло или нет? То, что я его по наплечничку тыкнул. Ау, почки мои, почки. Ну, то есть, мне такой урон... Ай! Вот этот урон очень сильный был. Я думаю, что ему этот урон тоже хорошенько прошел. Да, чувак, я ж тебя по голове избиваю. Хватит, сдохни, пожалуйста. Реально, я ему тычу этой штукой в лицо, тычу. Он не сдыхает никак. Что это сейчас было вообще? Так, это сюда?
Они не сочетаются, да вы чё? Пластинчатый жилет, это вместо вот этого? Не, ну вместо вот этого не хочу, спасибо. Черпятки. Да не, в принципе, наверное. А вот это что? Три полтора. Три полтора, то же самое? Ну, видимо, то же самое. Кастрюлька, ладно, поехали. Фланцевая булава. Может настучать по башке. Как там говорится, орудие стукача. Откройся, тварь! Сим-сим, откройся. Опа! Ёлки, нет! Вы чё? Я же у вас... Знаете, я не согласен с этим хитбоксом сейчас был. Судя по всему, я увернулся от этого удара. А с меня полетело так... Блин, опять же, наверное, это куда-то в руку, в палец попало. Ну, то есть я не знаю, куда еще могло так прилететь, чтобы так больно было. По всем моим расчетам, я увернулся от этого удара. Такое же, только темное. Да. А че, поны же ни у кого, типа, нет... Кольчужная рубаха. Вместо пальто? Или просто? Прикиньте, просто. Нормально оделась, что-то хорошо. А ты у нас... А ты, Гамбизон, пойдешь вместо красного. Вместо рубашки. Вообще красиво получилось. Я, по-моему, сейчас приоделся. Блин, цеп. Опасное оружие. Оно длинное и тяжелое. По-моему, если штука прилетит в голову, то это будет все. Я буду вот так потихонечку маленькие ударчики воровать. Все. Чисто за счет того, что он был медленней. Серьезно, потому что с цепом бодаться, идите вы нафиг. Так, шлем, шлем. Не, чуваки, давайте вот это. Верхняя часть ног как-то должна быть более защищена. Сколько я боев уже провел? 4? Это 5-й? Меч и щит, черт побери. По-моему, вот здесь я и отъехал. Он тычет! Хотел. То есть, ну, мне пол хпшки на этого чумбу явно не хватит. Ёлки-палки. Ах ты ж! Я пытаюсь ему выбить щит. Сейчас посмотрим. Если это... Ай-яй-яй, он тычется! Отойди! Да нет же ж! Нет, он меня в углу зажал. Блин, я вот так удачно тыкнул два раза этим копьем, вы видели? Я думаю, там очень много урона прошло. Черт! Блин, это было очень близко. Но я чувствовал, что я мог победить. Он меня в углу зажал, и у меня просто персонаж начал спотыкаться, и я не смог отойти.
И за счет того, что я не смог отойти, у меня длинное оружие, я не смог нанести ему нормальный удар, а он меня хорошенько там пристанул в уголочке. Ладно, ребятушки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Увидимся в следующих сериях. Всем ладушек, всем покеда.